Ассаламу алейкум. Здравствуйте. Привет. Вот часто проезжал мимо кладбища на велосипеде, на машине бывало, с кем-то проезжал. Но как-то хотелось посмотреть именно, сфотографировать. Вот. Город или район Лондона, Ашфорд. Вот здесь такое кладбище находится. Думаю, может, людям все-таки интересно, многим. Я думаю, все-таки интересно, как выглядит британское или английское кладбище. Ну, вообще интересно же посмотреть, как выглядят вообще разные вещи в мире. Вот. Вот такие у них кладбища. Или кладбище. То есть вот такие могилки. Вот. То есть, как у нас ограду не ставят, соответственно, ну, вот такие надгробия стоят. То есть, вот. Что-то такое с фигурками. Наверное, я думаю, ребенок, наверное, похоронен, раз такое. Но вот соседние. Другом, по-другому немножечко. Вон, 68 лет. 90. Был ребенок, оказывается. Ну, это вот после дороги прямо находится. Вот здесь дорога проходит. И вот. Сейчас я немножко дальше пройду, еще сниму. Я, конечно, в христианстве особо не разбираюсь, но вот что заметил, что все могилки смотрят в одну сторону. То есть ноги, получается, туда, на северо-восток. А получается, боком они, если лежат, они смотрят в сторону Мекки. Но я думаю, что не Мекка, а все-таки где-то в сторону Иерусалима. Может у них такие правила. Я просто так, у меня сразу подозрение появилось. Что-то они все в одну сторону смотрят, и почему-то все в сторону, вот боком смотрят туда, как мусульман хоронят примерно. Но есть, правда, вот, да, имена вот здесь написаны. Но это потому, что я со стороны дороги. А те остальные-то в ту сторону смотрят. Ну вот это, наверное, со временем проваливается земля. Там уже портится, земля уходит. И поэтому просто то, что упало, их кладут на них, то есть там родственники уже сами поправят или кто поправит. А здесь работники, наверное, просто их укладывают. Я так подозреваю. Я думал, маленькое кладбище, оно оказывается большое. Вот и, в принципе, мусорка здесь стоит. Но я так полагаю, что это уже старое кладбище, здесь, может быть, и не хоронят. Хотя вот здесь могилок нету, может быть, там уже чье-то забронированное место есть. Я не знаю, я ни с кем не консультировался, ни у кого не спрашивал. Но вот что мне сейчас привлекло мое внимание, так это то, что вот здесь даже скамейка стоит. То есть посидеть, побеседовать, может, я не знаю. Так, ладно, пройдем. Вот здесь вот дерево стоит, а вокруг ничего не похоронено, никто не похоронен. То есть вот здесь просто меня интересует то, что как бы, вот беседка стоит, даже можно помыть. А здесь даже есть половая тряпка с ведром, вот это можно помыть еще. Ники Смит, 41-го года рождения, в 12-м году умер.
Ну и что там написано. Как бы можете нажать паузу и прочитать. Я уж читать сейчас не буду. Вот. А это так. А вот есть еще Джон. Смотри-ка, вот здесь еще не похоронен. Никто не похоронен. Вот еще крутая могилка. Правда, вот здесь лошадка, собачка, фигурки есть. Так, что там написано? А нет, Джон умер в 77 лет, оказывается. Там написано. У них пишут, вас уходит, умер. У нас такие вот фигурки, то есть это у нас хорошо, что так они занимаются. А здесь у них ничего так, фигурки разные делают. Вот тоже могилка, как бы без ничего вроде бы. А вот здесь на краю написано. Франсис Генри Нерс умер в мае, 17 мая 1944 года, 69 лет. Что-то... Так здесь, оказывается, два человека, получается, похоронены, что ли? А, нет. And и... Ну вот. And of his... И так далее. Я позориться не буду читать. Сами читайте.